Ты знаешь, смотрю на твои картины, на тебя, на твое платье, и не могу налюбоваться. Пускай это даже не скромно звучит, но, объективно говоря, красота и гармония, и все в одном бокале. Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой встречаемся здесь уже не первый раз, но выставка твоя здесь персональная, вторая, всего их было три. Скажи, что тебя связывает с музеем мастерской Ивана Ковалевицы? Знаете, за эти годы эти стены для меня стали родными. Здесь не просто проходит сегодня моя вторая персональная выставка. Ежегодно в этих стенах проводятся выставки моих учеников. Каждый год, в январе месяце, это уже стало доброй традицией, мои детки выставляют здесь свои работы, свои достижения за год. Моя предыдущая персональная выставка была 3 года назад, и вот я 3 года работала плодотворно. Хочу показать итоги своих трудов, опять-таки, в этих стенах. Что меня связывает? Вы знаете, творческая атмосфера этого места. Могу сказать, что это художественно намоленное место. Безумно хороший коллектив, приятное, теплое общение, отношения. Люблю это место. Всіх нас в цьому світі, як вона відноситься до нас, як вона, як художниця, як жінка, має повагу, поваги до тієї землі, до того народу, до всіх нас з вами, яких вона любить, любов'я, це я знаю. Я дуже ще раз радий, пані Єна, що ви ще раз завітали до музею мастерні Івана Ковалевицы. Я більше для всіх кажу, що це не остання подія. Я вас всіх вже запрошую на початках січня, після всіх свят, завітати ще на один доробок пані Леонори. Це буде виставка її учнів у музеї Івана Ковалевицы. Вибачте, що так перед якою перескочили, але речі, життя, воно завжди прекрасне, якщо його робиш прекрасно. А ти така жінка, яка робить життя прекрасно. Ти ти людина, яка розуміє, що вона хоче. Це дуже поважно. Я щиро дякую тобі за цю виставку. Я дякую тобі за те, що ти нас не забуваєш, не забуваєш музей Івана Ковалевицы, колектив музей Івана Ковалевицы. І я в захваті від твоїх
достойно, це геніально. Спасибо большое. Я вам вітаю. Я рада вас приветствовать, мои дорогие гости, в этих стенах. Эти стены для меня стали поистине родными. Когда-то, в 2017 году, мы впервые познакомились с Сан Санычем, и у меня здесь была моя персональная выставка. Прошло уже 3 года. Вот эти 3 года я работала, очень плодовито работала. И работала в своих студиях. У меня 2 студии, где трудятся маленькие детки, которым я стараюсь тоже привить любовь. Любовь, прежде всего, к красоте, любовь к искусству. И работала, безусловно, сама. Это, правда, тяжеловато, когда у тебя очень много малышей, но все равно я работала. И сегодня вы видите мои достижения за вот эти последние 3 года. Я хочу вам показать свой мир моими глазами, каким я его вижу. Вы сегодня увидите, ну, допустим, в архитектурной живописи вы можете увидеть мои путешествия. Самые такие, наверное, мои яркие эмоции, вынесенные из этих путешествий. Ну, какие-то такие легкие свои, очень радостные, позитивные мои эмоции, настроения я передавала в цветочных, натюрмортах. Кони – это, знаете, это, наверное, моя сила, сила моей воли, сила противостоять каким-то жизненным трудностям, каким-то неприятностям, способ разорвать цепи, которые тебя держат на пути там, к твоей мечте, к твоей цели. Ну и, конечно же, женский образ. Женский образ – это я, это мое внутреннее я. Я пытаюсь передать, знаете, помимо силы, у меня есть и слабость. Моя женская слабость, где-то, возможно, ранимость. Есть нежность, есть любовь. И это все отображено в женском образе. Я сегодня хочу, чтобы вы окунулись в мой внутренний мир, чтобы вы прочувствовали все то, что чувствовала я, когда создавала каждую из своих работ, чтобы прочувствовали всю ту многогранность эмоций, которую я старалась передать в каждой из своих картин. Спасибо вам большое, что вы сегодня со мной рядом на этом празднике. Я вас всех приглашаю к нашему праздничному столу и наслаждаться моим творчеством. Потому что я так резко к столу не могу перейти. Заслуженный журналист Украины Сергей Комиссаров и большой друг этой прекрасной, очаровательной девушки. Я сегодня, когда пришел в гости, ну тоже не с пустыми руками, я подарил Эле набор карандашей. И там такая была небольшой стикер, вот с приколом и с хорошим смыслом таким внутренним. Там было написано, помнишь, что было написано? Связаны склеены на виде. Так вот я могу сказать, что объективно говоря, творческий рост Эли и как художника, и как педагога происходил на моих глазах. Я видел вот первых этих деток, Эля там что-то им пыталась передать, потом мы сделали эту первую персональную выставку, вторая была вне этих стен, и Эля вернулась сюда снова, потому что это действительно намоленное место, оно притягивает как магнит всех творческих людей Киева, и великая гордость, и великое достоинство выставляться именно здесь. Это место для меня в том числе святое. И спасибо Сан Санычу, что он его так блюдет, как говорится. И самое важное, что он привлекает в эти стены по-настоящему талантливых и объективно очень красивых, гармоничных и внутренних, и внешних людей. И вот я каждый раз смотрю на Элины картины и вспоминаю слова одного великого человека, который сказал, что красота, подобно силе, проистекает из гармонии. Вот если есть внутренняя сила, о которой ты говорила, то, соответственно, эта внутренняя сила потом выплескивается на полотно. Я могу сказать, что вот эти безупречные, красивые женские, как бы, две ню, это действительно, надо иметь еще такую гражданскую смелость, мы же там угадываем, как говорится, что это. Что явно видно, лицо. То есть, я хочу сказать, что нежный, искренний и очень смелый человек. Я тебя искренне уважаю и считаю, что эта выставка действительно не последняя, а крайняя. Мы ждем новых премьер, но самое главное, что каждый год Эля берет 70-75 деток, которым ставят, как говорится, крылышки их маленькие, потом эти маленькие птенчики превращаются в профессиональных художников. Она уже подняла на крыло несколько людей, которые уже учатся и в художественных, в том числе, институтах. И мне это очень приятно, потому что у такого прекрасного человека есть чему учиться, в том числе и вот этой красоте, теплу и свету, которую ты излучаешь.
вот еще желающие. Да, я хочу тоже сказать пару слов об моем учителе Элеоноре. Я не художник, я только учусь. И я совсем даже не учусь, я пытаюсь что-то нарисовать. Элеонора говорит писать, но я все-таки рисую. Но я что хочу сказать? Никогда не бойтесь, никогда не бойтесь что-то начать делать. Даже когда вы совсем не дети, и ваши крылья уже как-то на среднем уровне, вы все-таки можете все летать. Приходите в студию, начинайте, вы уйдете сразу с первого дня, с первых часов с картиной. И это будет такая радость, душевная теплота и память о том, что вы все равно что-то можете. Главное, не бойтесь. И я тебя поздравляю с твоей выставкой. Я гость в вашей стране. Я уезжаю, я много расскажу о тебе в своей стране, а ты приезжай, пожалуйста, и проведи у нас мастер-класс. Получи персональную выставку. Да, и в нашей стране, я буду все стараться, если это возможно, мы сделаем нашу выставку с нашими картинками всех возрастных категорий. Сагайдачного 29, да, Эленор? Адрес назови. Сагайдачного 29, да? Сагайдачного 29. В Киеве, в смысле, в Киеве. Добрый вечер всем. Меня зовут Оксана. Я мама одного из Элеонориных учеников. Я бы хотела в первую очередь, Аналочка, поздравить с вашей выставкой. Безусловно, вы потрясающий человек, потрясающий художник. Но я хотела бы подчеркнуть Элеонорин талант не только в плане ее как художницы, а сказать ей огромное спасибо за то, каким она является учителем. Мы знакомы с ней всего лишь несколько месяцев. И мой ребенок, молодец такой, мы с ним вместе принял под чутким Элеонориным руководством участие в сложнейшем тематическом конкурсе детском художественном «Дом с химерами». И занял почетное призовое третье место. Для всех ваших учеников огромное вам объявляем спасибо. Побольше вам, учеников, разрастаться, расширяться. Желаю вам всего только самого лучшего. Спасибо. Костя, Александр, еще Федор Пивой. Друг нашего большого дома. Шановные друзья, у нас есть такой интернет-сайт от ПАКС, где игровочки у нас уже там один раз игры, все не так прошли в ПАКС, а я пришел все дополнить сегодня про игры, я там уже прикрылся. И лучший тест там, где мы там нет, на каталке, значит, он катал художники. С великим задоволенным завжди прошел на их выставку. Це дійсно радість. Це такий мастер, робить такі сама робота і долучає до цієї справи дітей. Це безцінно на час. Я сьогодні написав, що їду для того, щоб планувати персональну виставку на цьому сайті, яка буде нас перебувати. Запрошую. Дякую. Дальше точно так же
направляли друг друга, вдохновляли друг друга. И тогда выставки наши будут неиссякаемы, и наше творчество никогда не умрет. А я хочу, чтобы ты попала вместе со своими детьми в книгу рекордов, как минимум, Украины. Потому что за эти годы, я знаю, ты воспитала уже, наверное, сотни маленьких дарований, которые идут по твоему пути и превращаются постепенно в профессиональных художников. Ты молодец, так держать, назад не отступать.